Здравствуйте. Кто-нибудь есть? Так, Алиева, Абдул-Азиз, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, экран виден или нет? Видно, видно все. Да, видно. А где остальные? Сейчас придут. Так, значит, мы с вами начнем. Остальные будут подключаться. Так, сегодня продолжение лекции. Лекция номер 2. Общие сведения о Земле, форма и размеры Земли. План нашей лекции. Форма и размеры Земли, строение, состав, физическое состояние Земли, тепловой режим земной коры. Земля имеет форму, близкую к шару, сплюснутую у полюсов. Оно называется сфероид. Так. Своеобразная искривленная форма Земли называется... Как она называется? Группа Слышите меня? Алиева? Да, да, слышно вас. Абдул-Азиз. Как называется своеобразная искривленная форма Земли? Геоид. Геоид, правильно. Параметры Земли. Какие параметры Земли вы знаете? Параметры. Угу. Какие параметры Земли вы знаете? Диаметр. Знаете? Диаметр Земли – это между полюсами, составляет 12 714. По экватору 12756. По экватору 12756. И разница 42 километра. Общая площадь поверхности Земли составляет сколько? А? Миллионов. Сколько? 510 миллионов. Квадрат. 510 миллионов. Километр квадрат. На 510 миллионов километр квадрат. Доля площади поверхности, приходящей суши, от этой же общей поверхности составляет 29%. Вот теперь кто мне может высчитать и сказать, сколько это будет? Сколько километр в квадрате будет суша наша? Если общая площадь 510 миллионов квадратных, да? Километр квадрат. Из них 29% составляет суша. Сколько километров будет квадрата? Математика. Доля площади поверхности... проходящей в воде. Значит, у нас 70% составляет земля. Из чего состоит? Из воды, да? То есть поверхность земли покрыта водой. 70%. Алло, слышите меня, группа? Да, слышно. А почему не отвечаете на вопросы? Читаем. А? Читаем. Читаем? Считаем. А, считаете. И что, посчитали? 147 миллионов 900 тысяч километров квадрат было, да?
Сколько? 147? Понятно, да? Вот. 170 миллионов. Значит, у нас суши всего лишь 30%. Значит, очень суша у нас, сухое место Земли очень мало, да, на поверхности. Средний радиус геоида составляет 6370 километров. Масса приблизительно 5,96 × 10⁴ степени. Объем Земли составляет сколько? Объем Земли. М? 108 триллионов 304 миллион километр куб. Правильно. Средняя глубина от уровня Земли 3,75 километра. Максимальная глубина от уровня моря 1,5 километра. Средняя высота от уровня моря 0,7 километра. Так, кто еще подключился? Участники? Нет. Всего 5, да, вас? То есть 4. Исламу Шахару подключился. Хорошо. Так. Следующий у нас. Почему никто у вас видео не подключает, а? Строение и состав Земли и его физическое состояние. Так. Как мы изучаем строение, состав? Какими методами? Прямые методы, косвенные методы? Как вы понимаете прямые методы? Прямой метод. Алло. Группа. Почему молчите? Прямой метод, это, наверное, смотря на явные числа, делаем счет. Известные, при помощи известных цифр. А косвенные – это исходя из формул. Исходя, да, вы приблизительно правы. Здесь методы у нас очень много. Помните, в прошлой лекции я с вами говорила, мы говорили, что у нас изучение Земли состоит из нескольких предметов, правильно? В этот предмет входит у нас геофизика, где изучают их именно строение. Потом состав изучает геохимия, какие химические составы в нем находятся, то есть химические элементы. Вот это все мы будем называть какой прямые. Изучаем вот при помощи, то есть этими предметами, то есть этой наукой, где именно она изучает все только одно направление, то есть только строение. А косвенные уже изучают через космос. Мы будем изучать уже как через космос. Не именно, то есть это тоже одна из наук, которая изучает через космос, космическими приборами, да, аппаратами. Вот, например, вот эти все данные, которые нам даются,
параметры Земли. Мы можем это прямым методом изучить? Не можем, правильно? Это изучается в основном косвенным методом. Алло. Да, слышно. Слышите? Да. Земля имеет концентрическое строение и состоит из внутренних и внешних геосфер. Внутренняя геосфера – это у нас ядро, мантия и литосфера, или как мы называем, земная кора, которая относится к земной коре. Земная кора отделяется от мантии поверхности моха. Вот у нас поверхность моха. Вот у нас земная кора. Земная кора состоит из гор и морских впадин. Сама земная кора, полностью вот эта земная кора, состоит из следующих видов, слой. Это осадочные горные породы, которые составляют его глубина от 10 до 15 километров, гранитный слой от 10 до 40 километров и базальтовый слой от 15 до 30 километров. Внешние геосферы – это гидросфера. Водная оболочка Земли представляет собой совокупность морей, океанов, рек и озер, а также подземные воды. Биосфера – сфера жизнедеятельности организмов. И атмосфера – это газовая оболочка, по составу представляет собой смесь кислорода, который содержится 21%, и азота, содержащий 80%. 78%. А остальное это у нас такие газы, как аргон, углекислый газ, водород, который составляет 1%. Атмосферные подразделения на тропосферу, стратосферу и ионосферу. Тепловой режим земной коры. Источниками тепла у нас являются внутренние и внешние. Внутренние – это относится энергия распада радиоактивных веществ в недрах Земли. Как вы думаете, именно что нам дает тепло внутри Земли, изнутри Земли? Как мы с вами говорили, Земля состоит из основных трех чего? Частей, да, и первое – это ядро, мантия и сама земная кора. Значит, что является внутренним энергией? Это у нас мантия. Является она мантия. А внешней у нас является солнечная резь, значит, солнце. Температура зон в толще Земли. Зона сезонных колебаний температур в зимний период формируется на следующие зоны. Первая зона, вторая зона – это зимнего промерзания грунтов. Мощность этих зон в зависимости от климатических условий достигает до 3 до 5 метров. Зона постоянных температур. Температура в каждой зоне соответствует средней годовой температуре данной местности. И третья зона – зона постепенного повышения температур. Это у нас бывают зимние или в основном летние периоды. Резкое изменение температуры. Понятие о геометрическом градиенте и геометрической ступени. Что такое геометрический градиент? Это увеличение температуры на каждые 100 метров глубины. Геометрическая степень – это расстояние по глубине в метрах, на которой температура увеличивается на 1 градус Цельсия.
Значение геометрического градиента и геометрической ступени для разных точек Земли разное. Их средняя величина составляет от 3 до 33 метров. Тепловой режим, средняя величина составляет геометрического градиента 3 градуса, а геометрической ступени 33 метра, до 33 метров. Тепловой режим земной коры учитывается при проектировании сооружения, глубины сезонного промерзания, на глубину залегания фундаментов. Теперь вам такой вопрос. Как влияет на глубину залегания фундаментов? Глубина сезонного промерзания. Слышите меня? Да. Вот. Вот те вопросы, которые я вам задаю, я в лекции у вас нету. То есть мы эти вопросы с вами, ну как, в каком смысле, не ставили. Мы в основном в лекции, чтобы вы набрали нормальные баллы, мы ставили в основном легкие вопросы. А так как сейчас лекция, вы как можете спросить, зачем? Вот, например, я вам специально задаю этот вопрос. У вас же тоже появляются такие вопросы. Зачем мы изучаем глубину сезонного промерзания? Как оно влияет на залегание фундаментов? Так как я говорила, инженерная геология это же изучает чего? Толщу Земли, правильно? Вот видите, изучаем толщу Земли, у которых есть своеобразное физическое состояние, которое в дальнейшем может влиять на построенные инженерами здания или сооружения. Вот в данное время, значит, глубина сезона влияет на глубину залегания фундамента. А я думала, у вас будет вопрос. То, что в вопросе лекции, эти вопросы мы задаем как бы, чтобы обзорно, понимаете, но не обзорно, а чтобы вам оценки, а вот такие тяжелые, например, вопросы, конечно, чтобы не было, не составлял вам, как сказать, трудностей, мы эти вопросы не задаем, но я вас хочу спросить. Теперь смотрите, глубина залегания. Здесь тепловой режим разных поверхностей Земли различно. Правильно? Вот у нас в Узбекистане оно составляет глубина залегания, это геометрическая ступень, то есть геометрическая ступень, это геометрический градиент. У нас в Узбекистане составляет до 0,7 метров. В общем, в среднем наш Узбекистан до 0,7 метров. Вы должны это знать в среднем. Если когда, почему я это говорю, когда мы с вами будем дать... А, у вас нету, вы какушники. Но в других группах будет в дальнейшем они... курсовой проект по проектированию оснований фундамента, вот как раз-таки там будем мы учитывать глубину залежания фундамента. Следующее. Изучение температуры режима Земли по вертикали выделяет следующие зоны. Это зона сезонного колебания. Температура на первой зоне. Вот у вас здесь первая, вторая, третья зона. Глубина залегания. Вот глубина залегания. Где зимой происходит промерзание горных пород. Это зоны называются зоны промерзания. Мощность пород, залегающая на зоне промерзания, зависит от географического расположения местности, от состава пород и колеблется от нескольких сантиметров до метра.
При проектировании сооружений необходимо определять мощность зоны промерзания. Поэтому зимой происходит промерзание горных пород. В результате объема горных пород расширяется и происходит пучение. Вот видите, зачем мы изучаем? Потому что это когда промерзает горные породы, в результате оно когда растает, правильно? Уже получается пучение. Пучение значит набухается. Грунт набухается. И это влияет на фундамент. Потом фундамент может, что у нас, или разрушиться, или... Алло, ребята. Уважаемые. Слышим. Слушайте? Да, мы слышим. Вот. И в результате может образоваться неровность железных дорог или автомобильных дорог. Правильно? Получается неровность. Набухается. И в результате, когда над ним проедет поезд, может оно... То есть не фундамент, а я имею в виду земляное полотно. Или автодорога. А если здание? Может он... Что сделать? Разрушиться. Да, разрушиться. Зона постоянной температуры, температура горных пород в этой зоне в течение нескольких лет я здесь добавляю, почему-то у вас все время 6 участников. Вы ходите, что ли, там? Алиева, вот Ами. А где Урун? А Урун здесь. Вроде я добавляю, что-то у вас не увеличивается. Так. Где у нас? Что-то у меня. Изменение температуры пород на этой зоне зависит от климата и геологического строения местности и от теплопроводности горных пород. Третья зона – нарастание температур. Температура пород этой зоны, ее глубиной повышается. Глубина, при которой температура повышается на 1 градус, называется геотермической ступенью. Да, температура пород в зависимости от отметки местности и глубины изменяется от 5 до 150 метров. Например, в Москве геометрическая ступень составляет от 39,3 метра, в Париже 28,2, в Донбассе 28, в Баку 26, а у нас сколько? 30. Геометрическая ступень 33 метра. Изменение температуры пород на каждые 100 метров называется геометрическим градиентом. Величина геометрического градиента зависит от рельефа, геологического строения, от условий залегания пород, от физико-химических гидрогеологических условий. Изучение теплового режима Земли необходимо учитывать в виде при проектировании различных механизмов. Например, при проходке тоннеля в горах Альп, где длина 2630 метров, температура пород достигала до 50 градусов Цельсия плюс, где в результате пришлось остановить работу.
Вот вам контрольные вопросы. У вас вопросы вообще, когда читаю лекцию, у вас появляются вопросы? Есть у вас какие вопросы? Алло. Слышите? Пока нет вопросов. Ладно, нет. Читайте, вроде бы все понятно. Понятно. Значит, мы с вами лекцию, так как вы знаете, мы отстаем, да, с вами. Поэтому я хотела, чтобы с вами мы догнали лекцию, и сейчас бы хотела продолжить вторую лекцию. Но так как у нас время... Вы можете сегодня зайти в 11? Слышите? Да, я могу. Потому что у нас... я хотела, чтобы мы с вами продолжили третью лекцию, четвертую, чтобы быстрее догнать. Вам уже должны девятую лекцию проходить, знаете, да? Да, да, знаю. Вот, и мы с вами должны догнать. Конечно, я извиняюсь, что так получилось. Пока мы вот этот Zoom, как сказать, устанавливали. Поэтому... Так, вот сейчас мы с вами закончили вторую лекцию. В 11 тогда мы с вами встречаемся. В этот же Zoom заходим, ссылку эту же. И мы с вами продолжим вторую лекцию. Хорошо, понятно. Хорошо? Хорошо, спасибо. Да, понятно. Тогда сегодня у нас кто был? Так, Дани Арбек, Бахрам Хан, так, Амирбек, Алиева. Алиева, как вас зовут? Гюлирано. Как? Гюлирано. Гюлирано, ага. Хорошо. Я вот... Староста... Где ваш староста? Староста Амирбек, но его сейчас нет. Хорошо было бы, если... Да, да, здесь. Здравствуйте, я здесь. Амирбек, пришли? Да, да, я. Я давно здесь уже. Да, я знаю, но что-то вас не слышно, поэтому смотрю. Я думала, извиняюсь. Кто-то из вас другой, что ли, подключился? Почему вот видео вы не включаете, а? Никто из вас видео не подключает. Вот присоединились. Рахмаджон присоединился, Хасан присоединился. Когда уже лекция закончилась, да? Лекция тугаганда кошилдилами, Хасан? Слышит он меня? Да. Поспали, наверное. Салам алейкум. Кирдам. Ва алейкум ассалам. Лекция не тугатты хозыр. Саат 11-да яна лекция болады. В 11 часов у нас начнется лекция. Пожалуйста, зайдите. Нам надо догнать. Хорошо? Мы очень много... Что с ним? Буркин олды. Буркин олды. Лады болса. Буркин олды. Мана хозыр итвама. Мамна кады бізе... расписание бойынша жума күні дәрісіміз бірінші пара, доғры ма? А, доғры. Сіздер білінші лаборатория дәрісімізден бару, лаборатория дәрісіге машу лекцияны дауам еттірсем, не ма дейсіздер? Фарқы жоқ, ұстаз болады. Лаборатория дәрісі не ма қыламды, ұстаз? Болмаса ма ана қыламанды сіздерге, лаборатория дәрісі шуны лекцияны етіп алсак, чүнкі модульге лекцияны бақалары чықшы керейсілерге. 2 ноябрді оқыш бошланады деген.
Xabarlaringiz bormi? Bor. Xala 2 birla 16 deyapti, ustoz. Qaysi kuni? 16mi, 2-chimi? 2-chi noyabr. Hamma har xil nima qilyapti-da? Lekin prorektor Farat Hamidullayevich aytib o'tganlar, 2-chidan hali boshlash niyati yo'q. Hammani birdaniga o'qishga chiqara olmaymiz deyishgan ekan. Rasmiy xabar chiqsa o'zimizda xabar beramiz deyishgandi. Tushunarli. Bo'lmasam shu agar nima qilsa laboratoriyani uni nima deydi, ko'rib bajarish kerakda. Hozir masalan Zoomda o'tish qiyin, daj mana leksiyalar ham ko'ryapsizlar. Leksiya ham masalan laboratoriyani siz o'tasizmi ustoz? Да, лаборатория, біз, ман ұттаман, шу үчін, мақсы, біз әді ананави оқшы бошланса, шу пайтты, у лабораторияны ем, хапта арады, демей қазы біз 9-чы хапты біз 4-чы лаборатория өтішіңіз керек. Реджа бойынша. Оны біз, масалан, тезләштіріп, ана қыламыз, ұтамыз. Бір ана корса таман, қандай бажарыш керек, шуны бір кор оласылар, кейін ұяғы. Үшті лаборатория бір-біріге оқшаш. Төртіншісі сәл ұжы карта бар, карта бойынша чызыш керек. Онысын енді шу көрішкенде құда қаласы ойлаймын етіп аламыз. Шу үші қазір біз маң бұл лаборатория вақтыда сілабылан лекция өтсек, маң шу лекцияны ақыры кетші, 9-чы қаптасы кетші етіп осек, яқшы боларды. Қапыс, тас, Рахмат, сөйлешәле. Саат 11-дә күрешәбез. 11-дә сезләр белән лекциябыз. Хорошо, майлы. Рахмат. Рахмат, рахмат, рахмат. Яхшы. Рахмат. Яхшы үтәбез.